Возле здания «Газпрома» сегодня вновь было неспокойно. На пикет к облуправлению пенсионного фонда пришли около сотни ликвидаторов. К требованиям старым выплатить отсуженные пенсии. Просто-напросто просим об одном. Закон обратной силы не имеет. Конституция об этом говорит. Ликвидаторы добавляют новые – прекратить репрессии. Глава городского комитета ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин заявляет, вице-губернатор Игорь Шурма накануне лично встречался с правоохранителями, требовал открыть новые уголовные дела против активистов. В рамках этого уголовного дела следователь должен вынести постановление о принудительной доставке нас Днепропетровский научно-исследовательский институт, который занимается проблемами инвалидности. Там, соответственно, как я предполагаю, уже получили соответствующие указания. С нас должны снять группу инвалидности. Очевидно, с последующим развитием этих уголовных дел, уже новых. Заступничество ликвидаторы ищут у посла Франции по правам человека. Он приехал в Харьков для встречи с Тимошенко. Кивают на Евро-2012. Мол, праздник футбола не может проводиться там, где не соблюдают законы. Люди, которых мы представляем, это люди, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Эти люди настроены оппозиционно к нынешней власти. Поэтому мы подвергаемся преследованиям, репрессиям. Для того, чтобы мы не могли говорить правду. У ликвидаторов посол просит документы. Мол, в проблеме нужно разобраться. Мне бы хотелось получить больше документальной информации, которую я бы мог взять с собой в посольство, так как я не знал о подобной ситуации. Руководство области заявление Проскурина опровергает. Вице-губернатор Игорь Шурма по телефону сообщил, вчера действительно был в прокуратуре, но ни проблемы чернобыльцев, ни вопроса о конкретных активистах не поднимал. Вторят вице-губернатору и в управлении соцзащиты. Насколько мне известно, в областной администрации таких попыток тоже не было. Месяц назад Владимира Проскурина и еще двух чернобыльских активистов уже привозили в милицию. Стражи порядка заподозрили. В Чернобыле ликвидаторы пробыли не так долго, как указано в документах. Следствие по делу еще продолжается. Григорий Пырлик, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».